Мой университет был Пенсильванский государственный университет по специальности управления высшим образованием и международные отношения. И что было необычно, есть обязательные программы, фактически у нас тоже есть такое, но есть очень много по выбору, это большая часть. Есть такое понятие shopping for classes, то есть когда ты можешь целую неделю ходить на любые классы, преподаватель не препятствует, и посмотреть, подходит ли этот класс, интересно ли тебе будет учиться, и потом принять окончательное решение. Каждый Humphrey Fellow проходит практику, потому что у всех разные специализации, и данную практику каждый участник находит сам себе, исходя из интересов. Здесь никто не может помочь, потому что это все зависит от вас. Что вам интересно, где вы себя видите. Поэтому обязательно надо как-то себя проявить, поучаствовать в различных мероприятиях, чтобы вас заметили и пригласили. Первый откликнулся это Кент Стейт университет, который тут же пригласил меня. И также последовали по цепочке другие университеты. Остановилась на Джорджтаун университете. У меня началось сотрудничество с профессором, с проректором этого университета, где мы рассматривали разные программы, и в итоге я, соответственно, свою стажировку проходила в Джорджтаун университете. И мы до сих пор продолжаем сотрудничество как и с Джорджтаун университетом, так и с другими университетами.